Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Юба Кигер, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, практически инкубатор готов, так как осталось только подключить автоматику, и зашить переднюю стену. Она зашивается во время установки автоматики. Смотрите, я не знаю, когда у электрика моего возможность будет мне помочь в этом деле. Из-за этого решил уже снять, так как особо я там и так ничего не расскажу, потому что я в этом мало что понимаю. Любой электрик разберется при подключении, если кто-то тоже себе будет хотеть делать. Так что, а сейчас расскажу, что на данном этапе уже готов. Значит, вывел электричество для обогревателя. Тут есть датчики, два датчика температуры, один датчик влаги. Сейчас внутри покажу. Провод на вентилятор. Вот так они выглядят. Покажи, Машенька, как тут все зашито. Есть выбросное отверстие. И выглядят ребята вот так внутри. Тоже решетка, тоже отверстие для выхода воздуха. Планка, тут еще нету стекла, так стекло тоже мне еще не отрезали. И, соответственно, одна салазка еще на стекло не забита. Тут на скорость она влияет, это я сделаю, когда уже будет стекло. Сейчас же я вам объясняю так, как есть. Машенька, покажи здесь, в центре камеры. Ниже. В центре камеры установлены датчики температуры и влаги. И покажи тут, короб спрятанный. Видно, да? Короб, спрятанный провод, тут уже взяты на стяжки и висят, соответственно, там сами датчики. Крыша сделана из двух, чтобы одна внутренняя часть внутрь уходила, а одна ложилась ровно. Почему так? Если с одной тройки делать, будет такая довольно хлипенькая крыша. Так она более такая устойчивая крыша. Она как-никак делает препятствие для выхода теплого воздуха этим, с такой исполнением крыши. Получается она 6 сантиметров, потому что 3 пенопласта. Тут 3 сантиметра пенопласта и тут 3 сантиметра пенопласта. Составляет 6 сантиметров крыши. Сделана, привязана веревка, чтобы крыша держалась. Потому что, друзья, в любом случае, надо эту, чтобы, если не будет веревки, а где-нибудь у вас так будет стоять, что не будет сзади стенки, просто оторвет завес. По-другому нельзя. Это надо. Также, друзья, тут будет ручка прикручена для открытия. И все. По крыше, ребята, все. Так, что касается автоматики. Автоматику я использую у себя такую. Ребята, по названию в интернете можно найти, где она продается, кто производитель, сколько стоит. Так что мне вопросы не задавайте, все оно есть. Я беру конкретно такую. Саму схему подключения, я не электрик, я этого не знаю. Дело тут в чем? Любой электрик, друзья, разберется. Если кто из вас электрик, тут не надо много ума, чтобы подсоединить пол, нагревательный элемент, вентилятор, датчики, соответственно, подсоединяются сюда, питание и все. По большому счету, много ума тут не надо, так что любой электрик разберется. Вот так будет выглядеть, друзья. Все, тут больше сказать нечего. Все, готовы, друзья. Так что, если кому это будет полезно, пользуйтесь, берите, делайте сами. Если кто-то хочет заказать, можете звонить. Сделаем. Так что, на любой вкус и цвет, так что, друзья. Или сами делайте, или заказывайте. Мне по большому счету без разницы. Я делюсь. Как так, так и так. Все, больше мне сказать о нем нечего. Уже когда будем в работе, это уже весной, я буду показывать, как я работаю на своем. И все, как он работает, будем показывать дальше.
Ну, вроде бы все, больше сказать нечего. Не знаю, может, мне что-то из головы вылетело. Задавайте вопросы, еще отвечу, если что. А на сегодня буду заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому не нравится, дизлайки. Всем пока-пока.